Высокие технологии. Хай-тек. Эта лагуна не совсем обычна. Сооружение обошлось в 1,5 миллиарда евро. Цель – производить энергию, которую получают из возобновляемых источников. В данном случае речь идет о приливной волне. На дне установлены турбины. Как только начинается прилив, кинетическая энергия волн преобразуется в электрическую. Электричеством снабжаются генераторы, которые подключены к системе энергоснабжения. Особенность установки в том, что она многофункциональна. С ее помощью мы можем получать электричество. Она подходит для разведения рыбы и иных морепродуктов. Важно и то, что такая лагуна препятствует наводнениям, защищая прибрежное строение. Как сообщается, количество преобразованной энергии, когда сооружение будет введено в строй, составит примерно 495 тысяч мегаватт-час в год. Но не все воспринимают происходящее с энтузиазмом. Лов промысловых видов рыб ставится под угрозу. Тут всегда было место для нереста. Тут жили мальки. Получается, что сейчас такая возможность исчезает или уже исчезла. Кроме того, тут проходили маршруты, когда рыба шла нереститься. Теперь это исключено. Раздаются и голоса экологов, которые возражают против использования камня из каменоломен. По их мнению, это нарушает среду обитания, меняет рельеф и в дальнейшем может сказаться на общем природном балансе в худшую сторону.